Пожарный – одна из самых опасных профессий, но оттого еще более интересная. В среду учащиеся школ города, неравнодушные к делу огнеборцев, приняли участие в городских соревнованиях «Юный пожарный». На территории города Иваново сегодня проводятся 4-е городские соревнования «Юный пожарный». Принимает участие 5 команд юных пожарных общеобразовательных учреждений города Иваново. Данное мероприятие необходимо, во-первых, для детей, кто непосредственно занимается в дружинах юных пожарных. Они изучают основы пожарной безопасности, также профессиональной ориентации их на будущее, да, на смену нашему поколению в области пожарных и спасателей, получение пожарно-технических знаний, а также реализация задач, направленных на предупреждение пожаров. Предупредить пожар проще, чем его тушить. Об этом знают даже дети. Потому первый этап конкурса, он же самый творческий, выступление агитбригад. О простейших правилах обращения с огнем и бытовыми приборами ребята должны были рассказать весело и доходчиво. Мне потребовался вдруг электрический утюг, а подруга на прогулку позвала. Я забросил все дела, я на улицу ушел, ну а дом сгорел дотла. Уходишь из дома, все проверь, а потом закроешь дверь. Ребята в бригады юных пожарных пришли по разным причинам. Кто-то в будущем планирует связать свою жизнь с этой профессией, а кому-то просто интересно и весело учиться пожарному ремеслу. Пожарная профессия – это очень довольно сложная, где надо рисковать своей жизнью. И поскольку хочется показать себя, попробовать что-то новое. От теории к практике. На скорость вязать пожарные узлы непросто, особенно в волнительной обстановке. Но помогает опыт и многочисленные тренировки. И пожарная веревка легко поддается юным огнеборцам. Еще один практический этап – надевание боевой одежды. Для того, чтобы все получилось правильно и быстро, важно, чтобы боевка была особым образом сложена. Надеть ее нужно одним движением, не тратя времени зря. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.